Эй, окей, с вами Шевики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Messengers. Ну что, готовы узнать, что же скрыто в этом шкафу? Погнали! Да ладно. Так, это просто гардероб, в котором хранятся синие мантии? Ну да, А на что это было похоже? Ну не стой, как истукан. Бери мантию своего размера. Рели? Кажется, сюда кто-то идет. Скорее спрячься за прилавком. А, встань за прилавок. Да ладно. А, гонец? Не ожидал увидеть тебя так скоро. Что это за место? Это лавка? Что-то не похоже на лавку. Эй, я сказал? То же самое, то есть... А я похож на лавочника? Что? В общем, вот тебе усиление, которое позволит тебе подзаряжаться. О, тут и улучшения дают. Чудненько. Может, он тоже гонец, тот, который, помните, нам приходил со свитком, типа вот этот. Пи-пи-пиу. Ну, стало быть, спасибо за подзарядку. Не за что. Знаешь, я тут посмотрел, что и как, и подумал, что мне это вполне по силам. Да, именно поэтому Рейнтрейд и изобрел все это много десятков лет назад. Что за Рейнтрейд, Троид? Да так, продолжай одну старую шутку. Не понимаю. А кто-то может и поймет. Бля, мы теперь в роли лавочника. Эй, все нормально? Скучновато, ну, наверное, я в норме. Да нет, просто твой гонец давно не заходил. О, ну не знаю, я и сам не так уж часто заглядывал в лавку. Ты в башне времени не забыл? И что? А то, что она должна автоматически переносить тебя в будущее к следующему важному моменту. И что это за момент? Момент, когда твой гонец либо войдет в лавку, либо погибнет. А? Твой гонец погиб? А как мне об этом узнать? Давление в хрустальный шар. Если в течение 10 секунд не отправит туда Варбла, твой гонец попросту умрет. И тогда ты планировал сказать мне об этом? А, то есть я мог еще сдохнуть, да, если бы он не отправил? О, нет! О, нет! Мы должны это исправить. О, так, теперь появились какие-то мы. Слушай, сейчас не время для споров. Предлагаю посмотреть на ситуацию холистически. Посмотреть холистически? Что это вообще значит? Это значит, что я потерял не менее, чем ты. И все, я хочу, чтобы ты прежнему... Так, чтобы ты по-прежнему думал, что самый умный здесь я. Погоди. Сбегаю за свитком. Сейчас вернусь, надо только поговорить с остальными. Ну? Так, мы пришли к согласию. Ты тот, кто нам нужен, чтобы покончить со всеми этим. Серьезно? Да, серьезно. Все равно лавочник из тебя получился никудышный. Я оставлю свиток здесь, рядом с твоей одеждой. Присоединяйся к нам, когда переоденешься. Неужели тот гонец сдох? Бля, я хочу в шкафчик посмотреть. Чтобы открыть, продолжаю разбивать печати сил. Так, еще 34 нужно. Ну блин, я один пропустил, поэтому я уже не смогу его открыть. Ага. Ой, а чё я понял, играл этим. Как он называется? Ну, стрелочками. Эй, это ты? Я так случал по... Так. Я так скучал по тем временам, когда мы делали дело. Остальные больше не хотели этим заниматься. Добро пожаловать в башню времени.
После того, как ты прошел испытание, я снова вернулся... Вернул ей облик штаба. Кстати, я сам здесь все оформил. Если захочешь повторить все сначала, дай мне знать. Вдруг ты не заметил какие-то скрытые объекты? Эй, хочешь снова попробовать пройти мое испытание в башне времени? А, нет. В башне времени, скорее всего, он имеет в виду херь, когда мы 3 кристальчика собрали. Ну и блин, я один уже пропустил кристалл в... А где я его пропустил? Нихера, что это? Слушай, я лишь хочу сказать, что он уже достаточно долго несет этот свиток, и все этот момент оказался опасным. Весь момент оказался опасным. Все именно так, как предрекали видения, вновь рожденный гонец возьмет под контроль самое время и покончит с проклятиями, заразившись другими циклом одновременно. Ну не знаю, один раз войти во временной разрыв, чтобы попасть в будущее, было и без того рискованно. Думаете, он выстоит, если будет делать это постоянно? Но другого выхода я не вижу, если только ты не хочешь снова снести свиток. И потом, нам действительно необходимо найти оставшиеся ноты. Так, мы по-прежнему считаем, что музыкальная шкатулка важна. Но я ведь пророк, не так ли? И что? А то, что да, я верю в пророчество. Что ж, если ты и вправду хочешь помочь гонцу, то как бы... Ты не хотел, чтобы твой голос звучал эпически, попробуй сменить тон. Осторожно, глупец! Ведь ты будешь... Так. Ведь туманы легенд чрезвычайно сложны, и попытки упростить их значительно могут вызвать... Ладно, я буду у себя в лавке. Так, а теперь мы должны какие-то собирать... В общем, в дальнейшем направлении тебя будет... Пророк, удачи тебе. Вау, что у нас здесь есть? Зима? Пустыня, наверху я вижу. Траву и лес. Ребята, на самом деле это классно выглядит. Итак, гонец. Снова восстанет. Я не знаю, что делать дальше. Туман времени и прям сложны для понимания. Но не бойся, ведь пророк рядом и готов разъяснить тебе их смысл. В таком случае ты сказал, скорее, переводчик, так? Я прошу тебя это... Я прошу тебя это дерзость, так как времена нынче беспокойные. Узри, гонец, ядра портала башни времени, что открывается, дабы помочь тебе в твоих исканиях. А, стоять, так это место, где я все-таки был. Если тебе потребуется наставление, возьми... Так, возвращайся, и я дам их тебе. Удачи. Окей. Хорошо, допустим. Узри музыкальную шкатулку. Легенда гласят, что это та самая реликвия, что таит в себе проклятие человечества. Каев. Ну, пойдемте тогда сюда. Интересно, куда она меня вернет? Самую первую локацию, что ли? Эй, ты вошел в разрыв? Да, и все прошло довольно гладко. Сейчас, когда в деле вступил пророк, многое, вероятно, будет оказываться тебе непонятным, и, наверное, тебе захочется активнее использовать свою карту. Мою карту? Да, твою карту. У меня нет карты. Ты что, смеешься? Говорю же тебе, у меня нет карты. Так, давай-ка я кое-что уточню. Мы дали тебе свиток. Похоже... От него зависит судьба всего этого мира. Соответственно, мы и героем тебе назначили. Ты нес этот свиток много дней, подал в смертельные опасные ситуации и даже проходил сквозь время. И ты так не удосужился прочесть его? Ты просто животное. Оказывается, свиток на самом деле была картой. Нажмите M, чтобы развернуть его. Так, пора... Приступать к исследованию и находить новые локации. Нажмите M, чтобы развернуть карту. Так, M. Камон! Осенние холмы. Серьезно? Я у себя в лавке.
Если у тебя есть момент, я с радостью подразню пророка, отметив на твоей карте подсказки. Ступай и береги себя. Да ладно. Карта? Серьезно? Осенние холмы, деревня ниндзя. Каев. Так, Сейд, а зачем мне сюда вообще идти? Я сейчас вот этого момента не уловил. Башня времени. Ну, давайте пойдем. А, стоять, это пропасть. Я умирать ничего не хочу. Не, ну прикольно выглядит. А может тут у меня еще прокачку эту тут новую? Аев, мне нравится. Это что такое? А, то есть он показывает то, чего нету на самом деле. Здорово. Тебе что-нибудь нужно? Улучшение есть? Нихера себе, тут улучшения дали новые. Чувство времени. Подсвечивает голубым сиянием зоны карты и локации, где можно переключать между прошлым и будущим. Нифига себе. Чувство силы. Размещает так на карте локации счетчик печати сил, доступный в каждой локации. Так, сфокусированное чувство силы. Отмечает на карте локации местонахождение всех печатей силы. Каев. Сосредоточенность разум. Заражает акции, один сюрикен пронзает две цели. Ты спешишь на поиски приключений, целеустремленно и сосредоточенно. Это дает энергию, которая пригодится тебе в бою. Так, восстановление душ. Зелье перед... Так, плюс оно зелье перед... Да, вперед будет обеспечивать полное исцеление. Твоя душа и тело едины. Ты становишься выносливым и восприимчивее к лечению. Бич демона. Усиление атаки. Основное мастерство терпения и сосредоточенности, ты можешь дождаться пассивного заряда твоей следующей атакой, благодаря чему она нанесет тройной удар. Ничто. Два куска, нихера я об этом думал, что косарь. А давайте я вот это буду прокачивать. Каев. А это разрыв, чтобы... Да. Прикольно. И это прикольно. Так, а ну. Что это значит? Это значит, там что-то есть, так? Вау. Теперь понятно, что оно дает. А там тоже что-то вон есть. Блин, прикольно. Я думал, всё, я сейчас сражусь с боссом, а у меня еще оказывается карта есть. Каевчик. Каевсон. Демон, зараза. А, только то есть через огонь я могу пулять. Ух. Почти сдох. А, то есть они вместе со мной прыгают. Так. А куда я хотя бы иду? Блин, а. Прикиньте. Тут тоже проход был. Мне нужно, короче, вернуть самую первую на самом деле локацию. Так, а тут... А, тут даже не было показано, что тут есть такое.
Не, мне нужно понять, стоять. Допустим. Ай-яй-яй. Ну черт. А как... Я не пойму, как мне захватиться. Не, я понял, что сюда запрыгнуть. Бля, я сейчас еще сдохну. Это сложно сделать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, опасно, бля. Так, подсказка, нажав клавишу прыжок, можно подпрыгнуть. Да ну нахер! Не врёшь! Давай, уходи. Я что, зря покупал прокачку на тебя? Не, на самом деле это выгодно было. Именно купить вот ту вещь, что улучшает. Так. Поев. Да ёлки-палки. Поехали. Можешь пойти сохраниться, если там есть сохранение только. Вау, тихо. Я не мог подпрыгнуть из-за того, что я на кончике стоял. О, ништяк, все. Знак силы. Не, вот это хорошо сейчас, потому что я могу возвращаться обратно. А знак силы я буду все собирать. Потому что вы меня знаете. Так, там наверху портал есть у нас. Так, а что у нас внизу было? Интересно, новые боссы будут? Окей. Теперь мне нужно более часто всех убивать. Ай. Вау. Новая локация. Пипец, это знаете, теперь у меня как будто открытый мир, и я могу изучать все. Куда это я пришел? Окей, какие-то катакомбы. А, это... Мы к скелету, да, тому нашему другу пришли. Это его типа дом? А, ну, погнали. Или нет? Блин, теперь у нас будет серия, я даже не знаю, ребят, как. Потому что там хотя бы были уровни, а здесь у нас... Цель на так. Давай, ниже, ниже, ниже. Еще понять, куда бы мне плыть.
Потому что мир теперь у меня свободный. Подожди, я чего-то не пойму. Ай. А я могу между ними путешествовать? А, типа как проход работает. Допустим. А, ты мне не хочешь, да, уже ничего рассказать? Давай улучшение. Я буду сейчас только на вот эту вещь тратить. Так, хорошо, у нас открыт... Показано все, где что находится. А ну-ка. Ага, я в катакомбах. Добро. Блин, карта, конечно... Так, вон я наверху. Побежали. Так, а я здесь был, да, кажется? Кажись, был. Вау, вау, вау! Временные пространственные ходы, нихера себе! Я не увидел наверху. Не, ну тут, скорее всего, у нас одно и то же будет, поэтому... Илыч. Давай, все, я тебя покормил. Уходи. Чё, там дырка была? Блин, я забываю, я просто думаю, что там потайной ход. Знаете, как это на самом деле путает? Не, ну ладно, давайте, короче, сходим сюда до конца. А, подождите, я время могу вернуть и пойти сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Да ёлки-палки. Так, наверх. Интересно, кем он теперь тут стал. О, кристалл бабла. Отлично. Да ёлки-палки, тупой скелет. Это главное, скрыто ко мне ползет. Ой, черт. Мысли. Могу повернуть.
Добраться до заброшенного храма? Да. Ев? Нет, блин, нет, а на самом деле, знаете, как игра Evolent? Знаете такую группу? Здесь еще целая локация. Вот что это за след? Что это значит? Ладно, погнали. О, привет! Эй, это снова ты! Спасибо, что спас меня тогда. Я ищу своих напарников. Акра, Клаустро и Пиро. Ага, мне нужно теперь его друзей найти. Здорово. Карту выйти. Какая-то где я сейчас? А боссы, интересно, остались или они подохли? Ну это же будущее, точно. А мы сейчас, знаете, что с вами сделаем? Отправимся в прошлое. И зайдем в ту локацию. Да хотя здесь выглядит все как и выглядело. Ладно, сейчас попробуем. А, видите, кристалл тоже остался. А, не, поменялась все-таки локация. С пиксельную на такую. А ну? Интересно, босс есть? Нету. А. Да, прикольно, поддерживается во времени. И главное, что локация полностью изменилась. Вот в чем прикол. Ой, блин! А я вспомнил. А теперь там мост есть стоять? Я сейчас туда момент не уловил. Да, давай, быстрее, пока мне летучая мышь на меня не напала. Я вот этот моментик, да, только что пропустил из того, что... Есть ли там мост? Построен его или нет? Нет. Эх, ладно, давайте, в принципе, я думаю, на этом закончим. Шкаф у нас уже не откроется, только туда, да, пойти? А ну? Почему эта дверь закрыта? А, как было предупреждено, туман портал следует открыть с другой стороны. А, вот так даже. А я разве был в зиме? А, да, был точно. А, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.